Ювелир, инженер или филолог. Определиться с будущей профессией школьникам Якутска и его пригородов помогли на ежегодной акции «Выпускник». Традиционная ярмарка учебных мест и профессий, организуемая Центром занятости, в этом году посвящена Году молодежи. В ней приняли участие не только представители учебных заведений, но и ведущих компаний республики. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Ученикам старших классов в выборе профессии помогали более 40 различных учебных заведений. Среди них головной вуз Северо-Восточный федеральный университет, порядка 20 профессиональных образовательных организаций. Также впервые был представлен Уральский юридический университет. С вузами Центра Сибири и Дальнего Востока ребят знакомили представители Министерства образования. Я думаю, что сейчас, наверное, всплеск интереса будет к промышленным предприятиям. Почему? Потому что сейчас эта задача стоит во главу угла. Если брать по прошлому году, больше всего интересовали информационные технологии, да, но у нас также есть интерес к профессиональным образовательным организациям. Большая очередь образовалась возле кабинета психологов, где все желающие смогли пройти профориентационный тест. Впоследствии психологического теста я, наоборот, стал еще увереннее в выборе этой профессии. Получается, этот психологический тест выдал такую профессию, которую я хотел выбрать изначально. Главным событием этого дня стали встречи с работодателями. Школьники смогли задать интересующие вопросы представителям национальной вещательной компании «Саха», IT-компании «Майтона», а также военнослужащим. Военно-патриотические направления, я считаю, что оно должно быть на первом плане, потому что сами знаете, какая сейчас ситуация, ребята должны развиваться. Тем более армия сейчас модернизируется. Это не только вооружение, это социальный план, стабильность, то есть денежное довольствие, медицинское обеспечение. Кроме этого, в режиме онлайн с Нерюнгри и Мирного ребята пообщались с представителями промышленных предприятий, как Колмар и ТАСС «Уряхнефтегазодобыча». Это востребованная профессия, и если у тебя будет промышленное образование, то найти работу намного легче. Что интересует в будущей профессии? Ну, это высокая заработная плата, хорошее обслуживание, ну там... Социальный пакет. Да, социальный пакет, да. Встречи с работодателями для будущих выпускников школ в этом году прошли впервые. Ранее Центр занятости проводил их только для взрослых. Отныне такой формат общения в ежегодной ярмарке станет традицией. Марьяна Кутукова, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.